4 детских мини-садика откроются в муниципалитете к 1 июля. 3 на улице Союзной и 1 на улице Чистяковой в Трехгорке. 2 таких детсада в Звенигороде и Одинцово уже начали работу. Все садики вместе дадут в этом году 615 мест. Работа по созданию дошкольных учреждений подобного формата проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.